Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня у меня букс без вложений, называется rotate4a.com. Работает он очень давно, работает исправно, платит, все замечательно. На данный момент у меня 41 цент на балансе, минимальный вывод отсюда – $5. Зарегистрировалась я здесь 3 числа. Сегодня 8. Вот это 41 цент у меня выходит за 5 дней. Для букса это супер. Значит, что я хочу сказать. В этом буксе 3 вида заработка. Первый заработок на просмотре серфинга. Второй заработок на приглашениях партнеров, рефералов. И третий заработок. Так, вот здесь ПТП или ПТП, как правильно, не знаю. Назовем ПТП. Давайте по порядочку. Значит, на просмотре серфинга. Вот сюда нажимаем вот на эту треугольничек. Нас перебрасывает как бы на страничку. И ждем несколько секунд. Появляется вот такое вот окошечко. И мы вот ловим все. Так, опять нас перебрасывает. Как бы автосерфинг идет. Сейчас покажется окошечко. И теперь вот что? Вот это... Так, если нас заинтересовал, например, сайт, мы можем нажать сюда. Нас перебрасывают на страничку, вот на этот сайт, да, например. Так, закроем его. Это у нас пауза. Например, вот паузу мы поставили. Нажимаем на синюю вкладочку. Опять как бы заработала. Это вот первая вкладочка. Нас перебрасывает обратно на сайт. Вот это наша статистика. Вот три черточки. Вот, ну, на данный момент это моя статистика, да? Вот у меня просмотрено 2085 рекламок. Так. И, ну, здесь 42 цента, ну, 41 у меня как бы, да, цент. Значит, вернемся опять на домашнюю страничку. Это первый заработок. Значит, второй заработок это на приглашениях рефералов. Вот сюда вот на человечка нажимаем. Это кто любит приглашать. И наша партнерская ссылочка именно для рефералов. Вот сюда промо баннерс. Нажимаем. И появляются баннеры. Где взять реферальную ссылочку? Вот здесь вот от кавычек до кавычек. Вот это ваша партнерская ссылочка для приглашения партнеров рефералов. Так, это второй вид заработка. Теперь вернемся опять на домашнюю страничку. И третий вид заработка. Секундочку. И третий вид заработка. Значит, вот PTP вот это. Вот эта вот ссылочка у нас здесь. Вот для этого третьего заработка. Так. Значит, вот эту ссылочку, что мы с ней делаем? Можно как бы размещать на различных сайтах. Как бы рекламировать по ней и регистрироваться как бы не обязательно. Просто, ну вот я, например, ее разместила в этом в своем... Разместила вот мой ДКДС. Я ее разместила. Так. Вот. Просто люди будут переходить по этой ссылочке, и вам будут идти начисления. Как бы, да? Плюс вам. Но есть еще. Вот на синюю вот валит. Нажимаем сюда. Так. Далее. Нажимаем так сюда.
и у нас появляется табличка. Вот эти все сайты, здесь их нельзя рекламировать. Как узнать, где можно рекламировать? Не на всех сайтах. Значит, нажимаете Ctrl-F и появляется вот такая вот табличка. Сюда заносите название сайта, если он здесь отобразится, как бы, значит, на сайте размещать нельзя. Или вот я вот как бы проверила вот свой биг АДС, сюда забила его, и у меня 0 из, ну, по нулям было как бы. Значит, можно размещать. Если нельзя, там у вас будет циферки. Там, например, 2 из 2. Вот, значит, сайт запрещен. Вот такая вот фишка. Не на всех сайтах можно и размещать. Понятно с этим. Ну, вот такой вот букс. Кому интересно, пользуйтесь. Я, конечно, здесь работаю, но 41 цент за 5 дней мне ни один букс столько не даст, сколько этот. Вот такие виды заработка. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!